Миша Топтыгин, решите мне, например, такую задачу. Три медведя забрали 9 ульев. Во сколько ульев добрался один медведь? Не торопись, подумай хорошенько. Опять ты, Топтыгин, не выучил урока. Не можешь решить простую медвежью задачу. Очень стыдно. Не понимаю, как это можно не учиться. Вот я, например, когда пойду в школу, буду все время учить уроки и получать одни пятерки, даже шестерки. Таня! Танечка, ты должна нам помочь! Кому помочь? Мне, Коле Пуговкину. Я обещал! Понимаешь, нам нужна игрушка. Вот такая, как твой Мишка. Топтыгин? Ага. Он наказан. Он не учит уроки. Ну, я прошу тебя, вся школа просит. Не обижайте его. Он еще маленький. А ты не знаешь, сколько он весит? Что? Ничего, я думаю, не меньше 0,5 кило. Пол чего? Куда ты? Куда? На старт! Внимание! Начинаем соревнование на дальность полета. Номер 1. Ласточка. Конструкция Васи Рябчикова. На старт! Этот Мишка ровно 0,5 кило. Я сначала хотел слона ватного попросить, но он очень большой. Номер 7. Комета. Конструкция Вовы Галкина. На старт. Номер 8. Стрела. Модель с пассажиром. Конструкция Коли Пуговкина. На старт. Всех. А если бы я тебе слона ватного дал? Стрела, пролетев 15 километров, снизилась где-то в заповеднике сказка. Если стрела не будет найдена, то рекорд присуждается комете. Моей комете, ребята! Мой рекорд! Мой рекорд! Мой рекорд! Мой рекорд! Я теперь чемпион! Ура!
Ребята, нам надо помочь Коле найти стрелу. Поможем! Конечно, поможем. Давай, конечно, все пойдем и поможем. В экспедицию пойду я, Коля и... и его лучший друг Вова Галкин. Нет, я не знаю, ребята. Уж очень это сложное дело. Экспедиция. Я, конечно, пойду. Только это все равно, что иголку в стоге сена искать. Ой, как страшно. Ты не боишься, Вова? Ты, наверное, очень-очень смелый. Ты спасешь Топтыгина. Спи, молчи. Милый Вовочка, спаси моего Мишку. А я никогда не буду брать твои книжки. И краски не буду, и чернильницу не буду. Если ты не будешь спать, я завтра маме скажу. Говорят, всякая всячина водится. Бабушка рассказывала, тут в болоте живет сам змей Горыныч. Леший разные. Так все бабушки маленьким так рассказывают. Только мы уже не маленькие, а ты еще не бабушка. Приехали! 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 Да ничего особенного! Обыкновенный говорящий ворон! 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 Благодарю вас. Но ты же ничего не съел. Я понарошку. Это не медведь. Медведь все ест, даже мух. Это определенный медвежонок и довольно капризный. Шлепка ему дать хорошего. Где медвежонок? Вот этот, не вошли. Мы тут беспокоимся, потерялся медвежонок. Такой хорошенький, прелесть. Это не мой, конечно, но жалко, маленький. Я говорила вам, это очень капризный медвежонок, балует медвежат, а потом ахает, ах, не ест, ах, потерялся, шлепка ему хорошего. Разве стрелу найдешь? Вы как хотите, а я дальше не пойду. Ты просто испугался. Боишься свой рекордик потерять. Ох, а ты свой никогда не найдешь. Твоя стрела? Ты, Вовка, лучше домой иди. Я вижу, ты не очень хочешь нам помочь. Нет, почему? Как хотите. О, я не боюсь. Подумаешь? А что, если мне заблудиться? Очень мне нужно чужую модель искать! Пусть сами ищут! Вова! Привет!
И всю эту экспедицию нарочно из зависти придумали. А я ходи с ними, ищи вчерашний день. Походят, походят, придут с пустыми руками. А я уже дома. Здравствуйте! Ой! Что такое? Где я? Неужели я и вправду заблудился? Заблудился, 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 заблудился! Пропал! 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 Идем скорее домой. Я за вами. Меня Коля послал вас искать. Кто? Кто это сказал? Это я, Бобик. Как ты? Ты умеешь говорить? Видите ли, обыкновенно я лаю или рычу. А здесь заколдованный лес сказка. А в сказках все звери разговаривают. Идем скорее. Куда же мы пойдем? У меня, говорят, отличное чутье, особенно на котлеты. Какие котлеты? Если уж ты говорящий щенок, то хоть глупости не болтай. Я, конечно, щенок, но я о деле говорю. Сегодня Олина мама положила ему в карман котлету на завтрак. Я теперь и котлету, и Колю где угодно найду. Я еще чую ее запах. Эх, не было печали. Придется идти. Что ж, распал добычу. Выходи, догоняй. Где? Где добыча? Съешь, съешь. Что с тобой, Бобик? Я, кажется, след потерял. Как потерял? Где же твое отличное чутье? Чутье отличное, но Коля! Что, Коля? Я не могу идти дальше. Коля съел котлету. Мы пропали. Что это? Бобик, смотри! Будете? И куда путь держите? Я Галкин, Вова, в поселке живу, а это... Бобик! Так, а меня дед Лесник Лесовик зовут. Я тут в сказке живу, сказку сохраняю. Здесь все чудеса и небылицы собраны. Чего и нет, все есть, вот как. Ну, не горюй, Вова. Отдохнешь у меня, чайку попьешь, сказки послушаешь и домой. А далеко тут? До поселка? Мы Колю ищем! У нас товарищи пропали! Ах, вот что! Ну, тогда, Вова, сам решай, куда путь держать.
Домой захочешь, туда дорогу укажу. А захочешь товарищей найти, и в этом тебе помогу. Ну-ка, посмотри в это зеркальце чудесное. Оно всю правду скажет. Смотри, Бобик! Прямо как в телевизоре! Наш Вова спасатель. Он в экспедицию пошел. Его отряд послал. Вова самый смелый. Ничего не боится. Он спасет Топтыгина. Он пионер. Мне домой нельзя. Пойду ребят искать. Вот молодец, молодец. Дружба — первое дело. Коли ты такой друг и товарищ хороший, то я тебе помогу. Бери в дорогу зеркальце чудесное, шапку-невидимку и клубочек волшебный. Он тебе дорогу к друзьям укажет. Ой! Приятель твой. Приятель? Видите ли, он очень стеснительный и побоялся познакомиться с вами. Вот как? Жаль, а я не стеснительный. Ну ладно. А ты кто таков? Собака, почти. Охотничья? Что вы, я еще щенок. Ну что ж, я тебя съем, пожалуй. Волкодав? Ну да, он затравил 100 волков. 100 волков? 100, не считая лисиц. А вы тут только один волк? Один. Жаль, придется дома сказать, что я затравил только одного волка. А его шкуру... Решите мне, например, такую задачу. 3 медведя забрались 9 ульев. Во сколько ульев забрался 1 медведь? Вот вы. Подумай хорошенько. Во все ульи залез. Наш Топтыгин! Танин Мишка! Бобик, пойди утащи Топтыгина. Моей сестре он очень нужен. Я боюсь. Еще волкодав. Вот шапка-невидимка, не бойся. Медведица тебя не увидит. Куда ты пропал?
Я здесь? Еле убежал! Такая злющая! Она мне чуть хвост не откусила! Что вы? Она очень добрая, совсем как Таня. Мой Коля тоже добрый, он учит меня всяким штукам. И меня Таня все учит, учит. Я уже на задних лапах ходить могу, смотри. И на передних, смотри, вот так. Ой, ой. Коля считает, что я очень способный. А я нет. Таня говорит, что у меня в голове опилки. Это правда. Она всегда правду говорит. Пропал Бобик. Пропала невидимка. Ох, остался я один-одинешенек. Ничего, пойду к ребятам, скажу. Нечаянно заблудился. Вова! Вовка! Ау! Эх, всю экспедицию сорвал. Теперь вернемся без стрелы. А ему что? Он чемпионом будет. Ничего, без Вовки мне нельзя. Он мой лучший товарищ. Это верно. Товарищ дороже всякого рекорда. Товарищ дороже всякого рекорда. А я... Рекорд! Рекорд! Значит, жили-были лесные страхи. Филин да ворон. Все их в лесу боялись. А боялись их напрасно. Ни силы, ни разума у них не было. А была только зависть да злоба. Старый знакомый Вова, куда теперь путь держишь? Не знаю. Как так? А товарищи где твои? Я не нашел их. А где твой этот сустрый? Убежал. Невидимка пропала. И зеркальце, и клубочек. Так-так. Ну ладно, я тебе еще раз помогу. Только уговор. Все слушать, что не скажу. Подождите немножко, я не могу идти дальше. А что ты там? У меня все время нога отваливается. Мне ее Вовка оторвал. Таня пришивала, но нитки. Я больше не могу тебя носить в зубах. Мне запах опилок чутью отбивает. Я понимаю, но как же? Вот эта ель здесь 1000 лет стоит. Выше этого дерева нет другого на свете. А, прямо как высотный дом. С этой вершины всю сказку видно. Коли хочешь своих товарищей увидать, решайся. А коли нет, ну что ж, я домой тебя провожу. Нет-нет! Не домой. Как же я туда заберусь? Уж это твое дело.
Тут я тебе не помощник, не советчик. Тут пусть тебе смелость да совесть помогут, да посоветуют. Ни Вовки, ни Бобика, ни Стрелы. С какими глазами мы домой придем? Не знаю. Что это? Наша стрела! Ура! Теперь ты чемпион! Колька! Ура! Ура! Экипажа нету! Нет плюшевого Топтыгина! Экипаж жив! Кто? Кто там? Это мы! Экспедиция! Вставай, Вовка! Идем стрелу искать. А, иду, ребята. Дружба. Первое дело.